В одном из конаковских детских учреждений устранили коммунальную аварию. Прорыв одной из труб произошел в детском саду номер 9. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников учреждения дошкольного образования была вовремя вызвана аварийная служба. Такого ЧП в этом саду не ожидали. Однако вовремя замеченная проблема – это уже недопущение крупной коммунальной аварии. Все случилось накануне вчерашнего вечера, когда в учреждении уже не оставалось детей, кроме некоторых сотрудников детского сада. Как выяснилось, случился прорыв трубы с холодной водой. Тут же трубопровод был перекрыт. К нам в организацию поступил сигнал от заведующей данного детского садика о том, что произошел прорыв водопровода. Тут же была отправлена аварийная группа. Аварийная группа определила то, что да, на самом деле факт имеет место. Было перекрыто водоснабжение. Наша восстановительная бригада приступила к локализации данной аварии. Аварийной бригаде пришлось скрыть полы, под которыми находились трубы. Был обнаружен прорыв на одной из них. Рабочие сразу определили, что замена конкретной трубы не нужна. Решено было применить доступные средства устранения поломки – аварийный сдерживающий хомут. У данного хомута срок службы так же, как у оставшейся трубы. Естественно, мы все это дело возьмем на заметку, будем контролировать. И по иронии судьбы, вчера с утра мы с главным инженером делали обследование данного здания. Но, извините, данную причину происшедшей аварии мы, естественно, усмотреть не могли, так как это скрыто под монолитным полом. Коммунальная авария никак не повлияла на работу детского дошкольного учреждения. Кухня работает в полном режиме, как и сантехническое оборудование. Все дети, которые посещают сад, находятся в детском учреждении.